Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о том, как обычной девушке без специального образования визажиста создать нюдовый макияж, примерно такой же, как у меня сегодня, и при этом используется буквально несколько подручных средств, которые есть практически в каждой косметичке, ну, либо, если нет, то должны быть, потому что эти средства, они всегда очень сильно выручают. Но прежде чем я приступлю к макияжу, точнее, к рассказу о макияже, я хочу рассказать о подготовке кожи. Конечно же, очень важно правильно умываться, наносить крема, это однозначно, да, для того, чтобы кожа была ухоженная, потому что ни один макияж не сделает девушку красивой. Но уход за кожей – это отдельная тема, да, и что мне очень сильно помогает выглядеть особенно, чтобы кожа была идеально ровная, ведь говорят, что залог успеха любого макияжа – это идеально ровная кожа, идеально ровный тон лица и текстура кожи. Так вот, тон лица помогает сделать тональная основа, специальные корректоры, которые скрывают темные круги под глазами, специальные корректоры, которые скрывают воспаление, у них у всех разные текстуры и предназначения. А вот текстуру кожи, ее рельеф, да, помогает сделать идеально ровным праймеры. Наверняка вы слышали, что это такое. Так вот, сегодня я использовала праймер Giordani Gold. Он есть в текущем каталоге на очень большой скидке. За половину стоимости его можно приобрести. Этот праймер Giordani Gold отличается от других праймеров тем, что он не только сглаживает поры, делает их незаметными, он еще и омолаживает кожу. Здесь содержится специальный омолаживающий комплекс на основе гиалуроновой кислоты. Вы видите вот такие светоотражающие частички. Этот праймер, он делает кожу сияющей, он стирает возрастные следы, то есть морщинки, которые появились с возрастом, и действительно выравнивает рельеф кожи. На самом деле омолаживающий эликсир, и этим все сказано. Очень понравилось мне это средство, пользуюсь им достаточно часто. И наверняка вы сталкивались с тем, что с возрастом поры становятся все заметнее и заметнее, все шире и шире, и действительно иногда нам приходится прибегать вот к таким волшебным штучкам, и в этом поможет праймер Giordani Gold. После праймера я нанесла тональную основу. Сегодня я взяла тональную основу The One. Я люблю тональные основы Giordani, они у меня есть, с пипеточкой. Вот такая, многие ее называют силиконовая, она подходит очень для комбинированной жирной кожи в летний период. Более ухаживающая тональная основа Giordani Gold с маслами. И наряду с ними я очень также люблю тональную основу The One. И ее я использовала сегодня. При том, что она стоит дешевле на порядок, качество у нее ничуть не хуже, поэтому когда это основа на больших скидках, как, например, в этом каталоге, я ее покупаю обязательно. Цвет я взяла слоновая кость. Как использую тональную основу? Я выжимаю два нажатия на руку, беру либо пальчиками, либо специальной кистью для тональной основы и тонким слоем распределяю по коже лица. После тональной основы у нас выровнен идеально цвет кожи. Да? Он становится действительно ровным, однотонным, особенно если вы нанесли праймер под тональник, еще и поры незаметные. Но у нас есть еще такая зона кожи под глазами, да? Нижнее веко. И на нижнее веко лучше всего тональную основу не наносить, потому что она по текстуре не подходит для того, чтобы замаскировать темные круги под глазами. Она утяжеляет веко, она скапливается в складочках. Да? И для век у нас есть специально разработанное средство. Это корректор. Я очень люблю из всех наших корректоров вот этот стойкий корректор The One. Он не скапливается в складку, он не смазывается, он действительно стойкий. Он профессионально маскирует темные круги под глазами, и он делает кожу очень свежей. Взгляд свежим. Я не наносила, хочу показать вам, какая все-таки разница с корректором и без корректора, да, чтобы вы посмотрели сами. Есть специальная кисть для корректора, можно это делать пальцем, это не принципиально, кисточкой, конечно, удобнее.
занимает времени совсем немного, да, но результат налицо, как говорится. Очень заметен. Цвет я брала светлый. Самый светлый, да, там два цвета есть. Вот в моем случае цвет самый светлый. Ну что, как вам? Я, например, вижу разницу, и мне нравится этот корректор тем, что он прям вот срастается с вашей кожей, не скапливается в складках, не виден, соответственно, вот что действительно очень важно. И после тональной основы, после того, как вы нанесли все корректоры на лицо, обязательно нужно кожу припудрить. Почему? Потому что пудра, она закрепляет тональное средство на лице, и оно держится тогда в течение всего дня. Это минеральная пудра Giordani Gold. Она отличается от самой дешевой пудры Color Books многим. Ну, во-первых, упаковкой. Очень красивая упаковка, зеркальцем, презентабельная, да, приятно взять в руки. Во-вторых, это минеральная пудра, которая ухаживает за кожей. Это пудра, которая не только матирует, но и дает приятный цвет и очень выравнивает текстуру и рельеф кожи. Вот я ее использую, рекомендую вам. Да, вот то, что я вам рассказала сейчас, это три продукта, ну, не считая праймер, я вам рассказала про три продукта, которые создают идеальный тон кожи. Тональная основа.